сколько там самое, что надо? Я понял, почему он опять забыл, как ходить. Велик-то выдающийся, я его, кстати, так и не видел раньше. Лена сказала, да что у тебя? Чехлы какие-то, что ли, одеты? На колеса. Чехлы для прогретия резины. Дня работали все в день с утра. Меня еще попросили подмениться вместо сегодняшней ночи, вчерашний день. Сейчас 2 дня огорода, потом в день работали и все. И отпуск начинается. Че, куда поедешь? В Башкирию. Ездил бы лучше в Питер. В понедельник. Что это в Башкирии добыл? Дима сказал, посмотрим. Я вот раз на вокзале... Ну, не согласится, на мне можешь ехать. На вокзале разбирался, что? Какая машина? Не, ну ты, было бы странно, если бы ты Диму просил довезти тебя до вокзала в Питере. Почему в Питере? Он меня здесь не возил. Он, кстати, был свидетель, что я разбирал при нем велосипед. Да, я жрал шаурму. А он жрал шаурму, тут стоял. Ты сравни твой велосипед и мой велосипед. А в чем твой велосипед от моего отличается? Ты вот взял, все влезло у тебя в чехол, а у меня руль сразу не влезет в чехол. Кстати, велосипед такой вообще, это самое, необычный, симпатичный. И главное, обрати внимание, на руле вообще ничего нет. Нет, так это как бы... Не, слушай, вот это именно так, как должен выглядеть велосипед. У нас велосипеды вот во время покатушек выглядят как динозавр какой-то. До хрена всего. Пучок проводов, которые просто вот не пойми какой паук. Какие-то экранчики, кнопочки, ручечки. Рога. Не, ну серьезно, вот... Количество всякой херни на руле зашкаливает, а тут даже второго тормоза нет. Это потому что он не умеет это все применять. Миша, даже первого тормоза-то не было. Ты посмотри, как там сделано. А первый тормоз на то самое... Первый-то тормоз как шел? Что там, не было? Основной. Не было вообще. Не, ну у тебя об одной был, что ли? Нет, задний был. И все. Педалями. И все. И все. Ты вот этот самострячил сам дисковый тормоз вперед. А я сменил колеса и... Погоди, а заднего у тебя вообще нет, получается? Сейчас заднего нет уже, да. А, наоборот, заднего теперь. Не, ну штука-то не тормозная у него. А я сменил колеса и все, у меня тормоза исчезли. Ты через руку. Через руку. Я ногами тормозил неделю, пока машинка шла. Подожди, ты не тормозишь.
Не, ну это классический велосипед, как он есть. По-мокрому хватает. Что еще могу сказать? Вот, вот так он и должен выглядеть. Должен, должен. Мы просто привыкли к неправильному. Если без тормозов ездить, то, конечно. Не, а на классическом велосипеде тормоз вообще рычагом, прижимающийся к покрышке. Помнишь такое? И ничего, ездили. Кожаная подушечка на рычаге, за рычаг тянешь, она к покрышке прижалась, вот тебе и тормоз. Заднего тормоза не было вообще, потому что исходно вообще не было втулки даже свободного хода. Любая механика стоила зверски дорого, и поэтому просто цепная передача, даже не фикс, это я не знаю, как это называется, когда вообще никак не... Не, ну фикс это когда одна передача. Нет, это сингл спин. А, точно. Фикс это именно. Ну тогда сингл спин, да. Именно что нет свободного. Ну, вообще, то есть на передней вилке были педальки специальные для того, чтобы ставить на них ноги на спуске. Ну то есть ты, педали-то у тебя с бешеной скоростью крутят. А рулить при этом. Ну, руль ты не поворачиваешь же сильно. Тебе надо куда-то деть ноги. Ну а куда ты их денешь? Не, ну вот у тебя педали с бешеной скоростью херачат, когда ты едешь со спуска. И если ты, у тебя нога в эту педаль попадает, то будут травмы. Так что специальные такие эти самые подставочки поставил и едь. Слышь, Андрюш, надо еще на хомуты здесь вот подставочки. Для ног на спуске. Так что... Втулка свободного хода, это, вообще-то говоря, уже само по себе достижение. А вот стандартная велосипедная втулка, которую мы помним, вот как с советских великов, так она, кстати, вообще-то хай-тек и появилась после войны уже. Где колодочки там разводятся. Ну, это вот каждое поколение, оно берет достижения предыдущих и думает, что так и было и всегда. Не, ну вот она считается как бы это самое супер-пупер классикой. Я считал, что так все это было, почти там с самого. Ну, а сейчас со скоростями пошли, и это, все, тормозная втулка все. Забыта. Дай прокатиться ненадолго, если не жалко. Можно. Так, Миша проводит испытание этого зелененького крокодила, который так-то называется круизер. Миша, тормозов нет, учти! Ощущения другие от велика, который тоже велик. Сиди, а? Сиди, попробуй. Я вдруг влюблюсь, скажу: Аня, мне нужен новый велосипед, круизер, и я поехал за ним в Петербург. Самый лучший круизер это в Петербурге. Да, да. Скажу, чтобы купить настоящий. Тоже выдающийся велик. Абсолютно другие ощущения, другая геометрия. Да, да. Да, ага. Да, я проеду. Нет, стой. На телефон. Там мы не берем, потом мешочки. Геометрия другая. И сидишь как на стуле. Вообще, знаешь, это самое ощущение необычное и очень интересное. Все классно, да? Да. Ну, тоже вот для неспешных покатушек по асфальту намного удобнее, чем... Я спешно ездил, ну, конечно, с Леной, но 20-то я, наверное, крутил.
Ну слушай, ну вот это ощущение, как на обычном, нормальном велике, с прямой посадкой, совсем, блин. Я уже просто привык буквой ЗЮ сидеть на этом, наклонившись вперед и... Не, настоящий классический велик вообще. Вот он. Просто, он да, в детстве сесть. Такой был. Именно. Если сейчас сесть на Урал, то, наверное, тоже будет. Ну только диван вообще, кстати, это самое. Блин. Заснуть можно. Я любитель широких сидений, а тут еще мягче и лучше. Шире еще, чем. Не, ну вообще сидишь как на это самое. Как на кресле. Идем к девчью. Мое было на ручке. Проверяй. И это самая геометрия, кстати, передка другая. Если ты ничего не менял, то он как бы это самое с одной стороны. А он не стабилизируется сам по себе, вот как это, когда едет по прямой, его надо специально в поворот загонять, а тут наоборот как бы сам стремится в поворот завалиться, вправо или влево. Ну, может, колеса другие, потому что, ну, он, опять же, необычно, но не сказать, что плохо. Просто как-то это, ну, неустойчиво. Колеса спущены. Что? Спущены колеса. Ощупали. Ну, не, интересное ощущение. Ну, слушай, для такого диаметра это, мне кажется, нормальное давление. Ну, да, тут 27-е колеса стоят. То есть они должны прогибаться. Резины-то сколько? У нас, к сожалению, знаешь еще какой момент, вот как бы... А вот же почек торчал. А бетон не взял. Ты куда-то не прикал? Он был в почеке? Да. Ну, ни одного кадра на него раз не было снято. Всем надо куда-то нестись, куда-то прыгать, а вот тут вот для такой покатушки сел и поехал. И все по барабану. Да. Другая философия. Взяли, а потом раз один раз не взяли, ну и второй раз уже не взяли, и все. Мы тебе уже не верим. Там, мы тебе уже не верим. Там нормально все за.